Кобзонора здесь, ну, неплохой относительно письменный гранит встречается. Во всяком случае, можно показать, что это такое. Где бы получше-то выбрать. Это здесь я видел. А, это я в прошлый раз долбал. Сейчас покажу. Может, вот так вот видно. Вот это продольная ихтиоглипты кварца. Вот. А в перпендикулярном сечении уже сразу видно письменный гранит. Письмена, видите? Продольная. И вот сечение перпендикулярное. Вот с этой стороны тоже сечение. Вот здесь вот можно видеть продольное, а вот поперечное со слюдкой тут попали. Это вот очень-очень мелкий. Так, где же резкость? Так, не вижу. Вот продольное видно в этом направлении. А здесь вот поперечное. Вот тоже самое маленькое характерное. Вот продольная. И вот какой рисунок симпатичный. Вот. Поперечный. То же самое. Вдоль, а это поперек.